Это шестой бал прессы в Хакасии. Он традиционно посвящен Дню российской печати. В этом году мероприятие стало самым массовым за всю его историю. В нем приняли участие сотрудники всех зарегистрированных в Хакасии СМИ. Бал прессы – это в первую очередь конкурс профессионального мастерства, и лучшие журналисты Хакасии сегодня получили награды за труд. В частности, в одной из самых престижных номинаций «Профи года» в этом году признан лучшим звукорежиссер ГТРК Хакасия Константин Мачин за добросовестный и многолетний труд. С торжественным событием представители СМИ поздравила депутат Государственной Думы от Хакасии Надежда Максимова. Глава Хакасии Виктор Зимин лично поблагодарил журналистов за работу. Он отметил, что сегодня как никогда важна роль СМИ. Виктор Зимин особенно подчеркнул значимость работы журналистов во время ликвидации последствий пожаров 12 апреля. Именно благодаря СМИ, которые оперативно и достоверно рассказали о произошедшей трагедии, удалось справиться с общей бедой, привлечь внимание жителей других регионов, ликвидировать последствия пожаров нам помогала вся страна. Гуманитарная помощь шла из ближайших и самых отдаленных регионов России и даже из-за рубежа. Часть проблем, с которыми республика столкнулась в процессе масштабной стройки, была понята именно вами. Я признателен вам за проделанную работу и проявленную принципиальность. Без этого не бывает нужного результата.